О, да, в общем, нельзя здесь умереть. И это радует. Да. Ну или разочаровывает. Но у меня есть подозрение, что отнимаются очки какие-нибудь там. За паркур тот же самый. Ну да, да, да. Вот, мы, в принципе, здесь со всеми поговорили. И нам надо спускаться вниз на лифте на первый этаж, опять же. Так, а я еще до сих пор не прокачал. Или прокачал. Да, прокачал, мы же вроде вместе прокачали навыки-то. Да. Вот, так что как-то вот так. Не знаю, как вам, конечно, но мне реально игрушка напоминает Dead Island, соответственно, у меня приятные впечатления о ней. Потому что Dead Island мне сильно нравился. Я сейчас так. Его, кстати, прохожу параллельно. Обе части. У него, не забудь, возьми полезные штуки. Так. Смотреть, нет ли здесь что-нибудь рядом. Чмарли, изолента. О, отмычка, круто. Он мне дал отмычку, у меня теперь есть отмычка. Здесь есть магазин. О. Французский ключ, армейская лопата. А за что она продается? Для покупки предмета нужен уровень выживаемости 5. А, вот оно что. Классическая бейсбольная бита, простой короткий нож. Круто. Я могу продать, в принципе, аптечку, купить нож. Но есть ли смысл? У меня, в принципе, есть молоток. Рыженький. Ну что, я готов. Так. Сейчас посмотрю, что можно продать. Вау, на улице дождь. Ничего нельзя продать. Где дождь? На улице дождь. Причем там пол экрана заливает мне. Где? Где ты? Я внизу. А, ты уже вышел на улицу, что ли? Да, да, да. Блин, а я в окнах тебя ищу. Блин, как классно. Ну, кстати, несмотря на все, игра довольно красиво сделана. Так, а где выйти? А, вот. Забыл там синим помещен. Да, все, все. Я что-то туплю. О, вообще нормально. Вот, короче, смотри, вот такой у меня молоточек. Что-то ты его неправильно, по-моему, держишь. Надо остров как вниз бить. Не, я тупым, знаешь, чтобы побольше там улетело. Найдите больше всего добычи, удерживая, чтобы создать состязание. А, ну, понятно. Так, вот здесь добыча, есть батарейки. Эть. Так. Надеюсь, очень нам надеюсь, наверх. Что дождь на FPS сильно не повлияет. У меня не влияет. Нам наверх и вниз. Так, а я... Вау! Ах ты ж... Падла, умри! Что там? Я тоже хочу. Где? Меня пустите. Ты чё? Это большой чувак. Оп! Слышь? Он провалился. Ты его, да, добил. Там ещё что-нибудь туда есть? Да, там ещё один. О, нормально, ты ему башку раскромсал. Да, повышение уровня силы до 3 уровня. И здесь есть что открыть. Вот, касса. Так, там еще кто-то сзади, да? О, батарейка еще одна. Крутяк. Да, что-то, кстати, начинает немножко FPS периодически просаживать. Это не очень. Смотри, круто. Как быстро дождь закончился. Уже, смотри, светло, солнышко. Да? Да? Кстати, да. Ну, прикольно, что. Ова. Так, вот здесь вот у меня бечевка, например, наверху сейчас была. Не знаю, там что у тебя есть? Сверху нет. Тоже собрал. Но нам, я так понял, у нас самый-самый-самый верх. Кстати, вот здесь еще открытый есть. Очень много вещей, которые можем найти, но мы как-то на них не всегда обращаем внимание. Стоп, а как... там что-то еще внизу что-то еще есть. Я а как еще... подняться на самый верх, интересно? А, это... О, мои ноги! Че, поднялся наверх? Воу-воу-воу-воу! Я ну, как бы веселюсь с зомбами. Знаешь, вот молотком по морде. А нам точно наверх? Нам вот сюда же надо. Там, видишь, показывается, что там вот куда-то наверх надо. Найти пистолет, что ли. Или...
Где, в общем? Я вот сейчас наверху вот стою, и что-то я как-то вот... Не, на самом еще там еще выше, видишь же, показывается. Нет, у меня не показывается, в том-то и дело, что якобы-то я все. Якобы-то я наверху. Да? А, во! А, ну давай. Но это, нет. Да, я... да, все, я звоню по телефону. Я тоже звоню. Crane here. Report. Tower boss is named Brecken, and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Ryze. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Stay on task, and we'll be in touch. Be sure to call us immediately if and when you get that Antizin. Окей, круто. Поболтали с начальством. Можно сказать так. Куда так. Нам надо? Найдите пистолет. А, мои ноги. Опять упал. Да, я люблю падать. А где его найти? А также я люблю убивать зомби. Как это было смешно. Стой, дай, смотри, смотри, стой, смотри, смотри. Просто сбоку сними это. Да. Ты как его? Вау. Ты видал это? Что именно? Он у меня просветился, как вот, знаешь, в Mortal Kombat есть такая же фишка, ну как типа рентгеновское зрение. А, да, это когда... Это типа, знаешь, критический урон. Когда ударяешь, я так одного зомбака ваншотнул. Ну, с одного удара, то есть какой-то, видимо, смертельный урон наносится и сопровождается вот такой вот анимацией. Так, в общем, ладно. Ай-яй-яй! Так, так неинтересно. Опа, привет! О, у тебя ультра... О, ультрафиолет, только ультрафиолет. У меня я только что использую. Я не знаю зачем. А главное, он, как... он коцает? Он коцает только убер-зомби. Ну и этих, наверное, тоже. Гадина, сдохни. Так, я думаю, мы спасли сейчас человека, да? Он так эпично встал. Награда убийца. Круто. Смотри, а, все, не получилось. Это как, знаешь, в Dead Island, помнишь, там проходишь по мостам, где на острове, на курорте, и там зомбаки висят на этих, на перилах. У меня всегда была привычка, они вот висят, я подойду там, пну им под задницу и дальше иду. Просто так. Весело. Так. Привет, девушка, не хотите познакомиться с моим молотком? Конечно, хочу. По-моему, ей понравилось. А эти двери, по-моему, можно вышибать с ноги. Смотри. Такие! Такой. Нет, нельзя. Нет, там другие двери можно выжимать с ноги. Более тонкие. О, включить. О, это ловушка. А, на воде. Только для... Бодрит? Да вообще, пробегись сам. Не, спасибо. Да пробегись ты, пробегись. Нет, потом... Бодрит, да? Бодрит на пол хп. У меня 3 хп осталось, короче, когда я дободрился. Ну, нет, меня, слава богу, так сильно не взбодрило. Я сейчас слышал, что кто-то что-то сказал, это ты или... Нет. Домашние припасы. Тут где-то выжившие. А, вот еще. Пластик, я нашел пластик. Вы можете создать новый предмет. Ах, блин, я могу электрическую, короче, эту теперь дубинку создать. Короче, чувак, у меня тут проблема. А, сейчас, где? Просто до хрена зомби, придурок этот вписался прям. Ты на Д за что? Ну, слышь, тут злой этот негр с
Ох, как хорошо. Смотри, что с ним? Что с ним? Да, смотри. Он с ума сходит. И один это видел? Да, он, видимо, его кусает, все еще кушает. Видимо, мы его не спасли, друже. Блин, ну так неинтересно. Может, ты его зрешь? Признавайся, ты, не? Нет, не ты. У тебя башки нет. Чувак, что с тобой? Он в шоке. От того, что с ним тут. На, ногой в рожу, на. Ну ладно. Вы находитесь рядом с неактивной безопасной зоной, попытайтесь занять ее. О! А ну-ка. Опа, можно, как... можно зону отвоевать? Да? На! На! О-о-о-о-о-о! Я сейчас так сильно хорошо прошел по ФПС прям. Так, мне кто-то кусает. Че? Так, ладно, сделаем вот так. Отбегай оттуда, я пока починю. Ну мне пока. Эй-ей-ей-ей-ей-ей. Хорош. Поскорее бы дали такую возможность, когда они лежат, чтобы с ногой добивать их. С ноги. Надеюсь, здесь есть такое, потому что в Dead Island, я помню, можно было. Закрой ворота, кстати. Какие? А, их можно закрыть? Mm-hmm. Точняк. Оп. Вот, безопасная зона. Это наша точка. Это наш район. Мы можем теперь здесь спать даже. Ну знаешь, чувак, я не очень хочу с тобой здесь спать. Я сейчас тоже. Так, что-нибудь тут есть интересное? Нет вообще? Так, ультрафиолетовый фонарь. Кстати, его же по идее... А, он в... Во, смотри. Смотри. О, а я тоже хочу такой. А, на один нажми и переведи мышку в бок. Нету у меня такого. А, ультрафиолетовый. Да. Так, теперь включить. Нет. У меня... Чё, не, надо на центральную кнопку мыши. А, о. Только он тратится сильно. А где это? Ну, прикольно выглядит. А, на один нажми, увидишь, что он тратится. А. Ну и плюс он бегать начинает. Ладно. Это типа как способность. Ну, типа того. Так, мне... Какой жирный негр. Очко. Я ничего не имею против негров, но просто, блин. Неудачно лежал, обливал. Я спас его. Так, я нашел батарейки. Так, а я создал только что трубу электрическую, прикинь. Это круто, но... Проблема в том, что у нас куча разных... мест, и хочется, блин, их обследовать вместо того, чтобы проходить по мини. Ух ты ж, у меня горящий зомби здесь. Идет на меня. Ну, подходи ко мне. О-о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 -
Да придурок, блин. Бабахнул. Хера он дикий. Да нет, там, вон тот, вон там бабахнул. А, ты поджег эту штуку. Там проблема в том, что там зомбак ее поджег, а не я. А, даже так? Да, вот. Смотри, он кто там ходит? По карте. Это по зомбак? Карте? А, да. Да, видать. Это, а, это которые на нас орут. Это агрессоры? Да. Такие уже сильно выбешенные зомбаки, знаешь. Бесит, кстати, они меня. Особенно если... О, смотри, тут люк! Ну, а что, в него войти можно? Не знаю. Нет, нельзя, фак. Сейчас упаду, да? Ладно, пойдем дальше. Так, сейчас, секундочку, у меня там что-то навыки какие-то там. Так, ну, я нашел аптеку. О, скольжение! Дес, посмотрите, прокачали это, навык, в это, уровень ловкости там. Деревна, скольжение можно, короче. Слышь, а эти шустрые-то, я тебе скажу, реально шустрые.
Оглушение, пассивный навык. Так, короче. Я так понял, у нас есть небольшие Крейн. Проблемы. Эй, тихо. Крейн, это Лена. We found two more vials of that fake Anderson. Reckon it's boiling mad. Yeah, I'll bet. How's Bahir? He's stable. But if we'd gotten to him 10 minutes later, he wouldn't be. This stuff is lethal, Crane. Putting them out of business is your number one priority. I'd understood. Так. Я так понимаю, нам сюда, да? Активировать ловушку. Нет, он не там же. Он же вот, вот здесь она. В. Нажмите В, чтобы активировать ловушку. О! Я забрался. Чувак, чувак, забирайся на... слышь, там зомбак, у тебя выбрался через дверь. Где? Впереди. Он дверь выбил просто. А тебе видно, как я умею подкаты делать теперь? Не знаю. А, блин, я хотел эту дверь выбить с ноги, ну ладно. Так, слушай, тут прям дофига всего валяется, я бы на твоем месте сюда бы зашел. Тут мы походу... Бегу, бегу, бегу. Мы походу нашли прям хорошее место. Золотую жилу. Да, я столько всего уже нашел, столько обобрал. Там наверх сложно забираться, на самом деле. Ну, или бы я просто неправильно забирался. Не знаю, я уже здесь. Ты уже наверху? Да ладно, ты крут, чувак, чё. Я как-то долго забирался через пятую точку. Оп, где? Гвозди. А, вот мы изоленту там нашли какую-то. Химикаты. Ну, блин, тут реально дохрена просто всего. Точнее... Просто кликать и устанешь, знаешь. Ну, там еще фиолетовая какая-то хрень. Электроника. Оу. Изолента. Это я еще только... Прикинь, о, ты флаг подобрал наверху? Какой флаг? Ну, как статуэтка. Опять статуэтку где-то прокакал? Да. Так, ладно, сейчас подойду наверх. Там она на столе, на это, как бы... лежит, там увидишь. На улице. Ну, как это, под, ну, в веранде, так скажем. А, вижу, флаг. Так, тут я вроде точно все взял, сейчас пробую снизу. Ай, я подзастрялся в малости. Ты прокачал себе подкат? Нет, ну сейчас прокачаю, видимо. Ну, хорошо, кстати, что он появился. Там либо захват, либо подкат. Ну, я да, вот подката не хватало, реально. Сейчас прокачаю как раз подкат. Так, все, и взял вроде. Да, снизу вроде все взял. Здесь вроде бы ничего нет. А нет, что-то есть, но... А нет, это то, что снаружи. Ладно, я все взял. Сейчас пока тогда прокачаю подкаты. Уровень ловкости. Да, вот захват. Скольжение отлично. То есть целое время бега, ну, это как бы логично, да? А здесь разброс поразительным метательным оружием, либо удар ноглой глушает врага. А я лучше оставлю и прокачаю что-нибудь потом. А, кстати, у тебя видно, что у меня труба электрошоком это мерцает? Сейчас, погоди. А, да, видно. Крутяк. Это вообще радует. Вы меня не достанете, лохи. Там сзади. Как он от тебя убежал-то? О, прикинь, я бью и это. И они такими искрами. Я тебя подсветил, Саш. О, я его оглушил. Так, ладно. Где нам, тем не менее, достать пистолет? Давай посмотрим на задание. Задание. Дэвид, один из обитателей башни, хочет вывести свою семью. Так, трущоб, ему нужен пистолет. Ага, ну то есть это просто случайный, да, то есть как-то. Блин. Наведайтесь в аптеку. Спокойной ночи, Бахир. Ну мы наведались вроде. Что такое? Так это, я его
ударил дубинкой, его начало током колбасить, я начал его обыскивать. И это... И меня током начало колбасить. Так, найдите дом Гази. Хорошо, я примерно понял. Спокойной ночи, Бахир. Так, пойдем в аптеку тогда. Аптека вот в той стороне находится. А, кстати, вот здесь аптека. Вон тут даже знак аптеки. Ну, это да, я тоже подумал, что аптеку мы обследовали, о чем даже сказал, но оказывается, это не та аптека. В городе может быть больше. А, вот она. Привет, ребят! Чуваки в масках, привет! Ты такой страшный просто. Водка найду. Чё водка найду? Yeah, I hear you're selling antizin. Who told you that? A little bird? Not just the same person who told me you've been cooking up garbage and putting it in fake vials? Garbage? My formula is 50 times better than that crap they drop in boxes. Да. Does it keep you healthy? It gives you super strength. Incredible speed and laser eyes. I could burn you with one look if I wanted to. I'm shutting you down, Bento. Yeah. Yusuf said you tried to make trouble. Yeah, well, Yusuf was right. And you're fucking dead. Опа! О, с ноги-то нам как прописал. На тебе, с ноги, на! На тебе по зубам. Арматурина, лежать. Там сзади. Мы только что добили человека, да? Насмерть. Нифига, короче, их бьешь, прикинь, а он твои удары контрит. Ну да, логично, как бы, только он у меня сквозь эту проваливался. Блин. На тебе. Ребята, ты сильный, я тебе скажу. Воу-воу-воу. Тихо. Фак. Так, ну ладно, минус один еще. Чирими? Не, я просто тебя забиваю монтировкой. Блин, это правда не монтировка, но ладно. Так, ты там справился, я двоих тут завалю. Так, вот. Так, у меня вопрос, ты меня полечить можешь? Так, да, говно вопрос. А, и себя заодно. Да, надо бы. А потом, я думаю, надо будет аптечки сделать, у меня куча бинтов. Вот, кстати, а нет, я аптеку подобрал, давай я тебя полечу. Я уже вылечился, все. А, окей. Так, кто-то еще, он походу где-то вверху. Так, и у него молоток гвоздодер лежал, я не знаю, ты как бы... Нет, ничего не трогал. Окей. Блин, я так думаю, чё я ничего ему не наношу, у меня оружие оказывается. Вот короче, здесь вот иди подбери, здесь есть этот, за холодильником, вот тут вот чертеж, вот здесь. Ага, вы получили сборку, вы это, а, о, зажигалочка, крутяк. О, марля, как раз куча марли. Так, и вот сумка. Кто-то тут еще есть, короче, где-то он над нами. Я нашел в мусорке отмычку, мне прям круто. Так, о, записка. Ты подобрал записку? Нет, видимо, не подобрал. А может, и подобрал. Слушай, он меня кинул. Падла, на, умри, тварь. Вот эти игры делают нас жестокими. О, я подобрал сюрикен, Lena, слышишь? Лина, Крейн. Марга. You can tell Brecken that counterfeit lab's out of business. Good work, Crane. That's a big relief. Are you all right? I'm fine, but Yusuf tipped him off that I was coming. I was afraid of that. Brecken was going to lock him up, but he'd already slipped out. Now, if he comes back, I'm gonna have a word with him. Not if Bahir gets to him first. Короче, суть в том, что теперь это наша территория, опять же. Нам повысили уровень, по-моему, да? Если я правильно, конечно, понимаю, нам сейчас можно повысить навыки, не? Да, нам один мне навык можно повысить, и сейчас... Еще чуть-чуть, и в общем мы получим еще уровень. Записочку поднял. Записочку. А где? Вот конкретно вот, покажи. Вот мне прямо, вот тут. А, нет, не поднял, спасибо, записку. Все, да. У меня ее, правда, не было, но ладно.
Так, что ты хотел? А, навык, уровень, точняк. Что нам дают? Сила. Так, мне нужно разобраться немножко с оружием, потому что я свой молодочек чудненький сломал. Мне нужно немножко подраться с зомбаком. Кстати, о, сейчас... кстати, а интересно, если я сейчас в толпу залечу с подкатом, я всех... Хрен тебя знает, да, посмотрю. Бежишь, 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 С нажимаешь, так на! Как он под меня прям подлетел, на тебе, по морде, гад. Всегда стараемся им бить в голову. Это очень хорошо помогает. А так, ну я почти нас... прокачал уровень, кстати. А потом у нас будут острые предметы, и мы будем отрубать им эти головы. А у меня уже сюркены есть. Жуть, ну. Да умри ты уже. Все, уровень силы повышен. Навыки. И я могу совершенствовать прочность. Ваше тело становится крепче, может выдержать больше урона. Металлическое метание холодного оружия. Бросайте врагов оружие, нанося серьезный урон. Нет, знаешь, я думаю, что я это, конечно, увеличу, но... Ну? Но оставлю. Потому что я хочу дальше. То есть, ну, я увеличил себе прочность, но очко еще одно оставил, потому что я хочу... Нечто более полезное увеличить, ну ты понял, о чем я. Ты сохранил свое очко. Да. Ладно. На самом деле я не понимаю, где мы тут как-то можно. Так, ну так как ты у нас далеко не профессионал в прыжках по этим хреням, давай я попробую туда забраться. Не-е-е, я тоже прыгну. Я забрался туда, все. Не, ну тут-то вообще легко. Тут прыгать как это, как два пальца. А там что-то вообще далеко было. Все, в общем, эти ловушки, я так и не понял, что они делают, но они как-то взаимодействуют с зомби. А вот давай нажмем на V и проверим. А, ну здесь, короче, зона ультрафиолетовая становится. Да умри ты уже, ё-моё, большой страшный зверь. Нажмите H, чтобы начать состязание. H или N. Слушай, да сколько он будет выживать-то, а? У тебя может оружие закоцать? Где там еще один идет? Но я тебя прикрою. Стои. Давай. Куда ты? Куда ты? Видишь, а, слава видишь тебе, у них ПВП. Ты что, им мешаешь, да? Да, не вмешивайся, не встревай. Ладно, обыски. Так. Опа, корзина. Мы с тобой столько тут намусорили. Шоколадка. Тебе надо, да, шоколадку? Скушай шоколадку, у тебя хп мало. Не, не намуль. Так. У тебя пол хп, скушай шоколадку. О, давай я теперь посмотрю, как ты будешь открывать эту хрень. А, давай, я все-таки попробую, а то у меня первый раз не получилось. Давай. Ну реально прикольно, кстати, со стороны выглядит. Ай-яй. Так. О, да, ей, детка. Знаешь, я сейчас вижу, сзади тебя так зомби спокойно идет, вообще не обращая ни на кого внимания просто. Где? Вон он сзади, вон, вон. А, ну он там это. Ну сам по себе, смотри, не, он даже на нас внимания бы не обратил. Сам уснул. Нет, вот, вот теперь он... Ну почти, ладно. Все, теперь он точно уснул. Я вовремя заметил. Я просто слышу, вдруг такой, знаешь, такой... И потом, да, оно резко начало усиливаться. А как так-то, почему? А, я сбил, видимо, этот... Ну, Интер сбил. Да.
О, я его оглушил. Бей его, бей его. Ему... Видимо, вентиль можно сбивать, и это... О, кстати, гамбургером действительно можно восстановить немножко хп. О, я 5 хп себе восстановил. Крутяк. Батончик. Я не знаю, сколько я себе там восстановил, но я съел чипсы, по-моему. Ладно. Садитесь, сходите за воздушным грузом. Отлично, я хорошенько так запрыгнул наверх. Навряд ли зомби за мной могут последовать. А я первый, я первый. А я еще и выше, чем ты. Так. О, тут фигурка зомби, кстати. Нет, видимо, это какая-то, ну, а немножко раз, не то, что мы подумали. Фигурка зомби. А! Ты че? Че, мартышка? Со стороны это смешно выглядит. Да у меня хп. Нет, не хп. Ну-ка, кыш отсюда. У меня это... А ты где? Я вниз спрыгнул. Ты, значит, дёру дал, да? Оставил меня на произвол судьбы. Не, ну почему? Я просто не знал, что ты там с ней дерешься. Вот тут оружие, доска с гвоздями и половица. Ну уж прям оружие. Да. Батарейки. Знаешь, там этот дерется, да, там, а это так, о, батарейки. Да. Кто-то, значит, потеет, а кто-то собирает. Изолента. Ничего. В шкафу у нас что? В шкафу у нас аэрозоль. Сладости. Кому-то изолента, а кому-то сладости. Да. Кому-то пряники. Сладости. Мне что-то клинок постоянно выпадает. Ну, знаешь, такая, как лезвие для пилы. Но... Mm-hmm. Ну да. Но. Она бесполезна. Так, я думаю, нам туда. Я думаю, можно через окно. Давай на миссию, я думаю, спокойно пойдем уже, потому что мы еще это как-то очень много, ну, лишних телодвижений совершаем. Прикроешь? Да, давай. Правда, нет? А не, он смотри поднимается. Вот я как бы о том говорю, понимаешь? Ты бы это видел. Чё такое? Ты бы это видел. Я, короче, спрыгнул оттуда, в воздухе дал ему, и он вниз туда, он Миш улетел. Что там есть? Ну, посмотри, я не знаю, что там у тебя есть. Кофе. Ох, мать вашу за ногу. Чё, будем его проблема. Ну, нас двое, он один. А на него ультра это работает? А смотри, что у меня есть. Не, на него не работает. Сейчас попробую, дай-ка.